Итак, четвертая игра нашего ансамбля. Прямо здесь и сейчас на ваших экранах. О, здесь даже русский есть, найс. Тикс. Настройки. Начать игру. Давайте сначала в настройки зайдем. Вибрация контроллера. Инвертировать ось. Блин, это походу одна из тех игр, где лучше на контроллере играть, да? Звук. Общая громкость. Давай чуть потише. Графика. V-Sync включаем. Качество ультра, сглаживание, фильтрация текстур, качество теней, дистанция, применить. Окей. Назад! Так, погодите, я попробую контроллер подключить. Музыка откуда-то спижена, что-то знакомое, пиздец. Ну, тут я ничего не могу сказать. Я не слышал такого. Алло? У меня звук пропал. Алло? Все, теперь починилось. Микроволновка дропнула новый трек. Так, ну я попробую с контроллера, не знаю, что из этого выйдет. Давайте чекнем, что за игра. Полицейское бюро. Два наряда на крышу живо. Закройте задние ворота. О, это же чел из Зельды. А? Не Зельда? Так, погоди, а что, я типа в обезьяннике каком-то нахожусь? Окей, окей, окей. Ну, у тебя и лицо, конечно. Какое-то твердое. Я не знаю, как это объяснить. Эй, эй, что происходит? Эй, эй, меня тоже вытащи! Нет. Ты-то как за решеткой оказался, красавчик? Что? Что? В смысле? Не похож ты на преступника. Хотя, может, пригодишься еще. Это бумбокс на спине? Опа. Yeah. Готово. Yeah. Hm. Так, а какой теперь план? Вполне простой. О, да, какие. Опа. Чу, кого, чу, почем, е-е-е-е. Sup, dog? Sup, dog. Приглядывает за нами кто-то, похоже. Легавые себе места не находят вон. Надо линять, пока можем. Хоть один из нас да выберется. Hey, меня Трай зовут, кстати. Я Фокс. Yo, what? Погоди, тот самый Фокс?
Хрена себе, ладно. Не отставай, я дорогу знаю. Yo, man, what's up? Чё кого, чел? Вот, держи, снаряга попалась по пути. Допрыгни сюда на турбо... А, турборанец. А, ну да, да. Нажми X в прыжке, чтобы выполнить рывок. Главное, не торопиться. Опа. Жестко. Реп 004. Выброс сделан. Не отвалился еще? Я тебя вытащил, пора и должок вернуть. Ну-ка забомби вон ту стенку от моей команды, пусть все знают, с кем дело имеют. Бомбраш Крю, наше название, нажми R1 и все будет. Тут еще и выбросы надо делать. Ля, какие же они крутые, о майо. Так. Бам, 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 бам. Уф. Справился, красавчик, знай наших. А теперь валим, пока они нас не спалили. Блин, это реально, это викид-симулятор какой-то. Sup, dog. Chill, man. Yo, what's up? Забери сюда слайдом, нажав R2. Что, не доверяешь мне? Опа. Опа. Так, окей. И что теперь? Кнопку бахнуть надо или что? Погоди, а почему он не идет? Вот теперь я ему реально не доверяю. Почему его нет? Эй, я тут. Что так долго-то? Хватай ролики, пригодятся. Увидимся на финише. У тебя есть ролики, используй L1, чтобы переключаться между ходьбой и ездой. Так, погоди. А зачем мне вообще ходить, если я могу кататься? Окей. Найс. Блин, ну играется прям... Мне нравится именно, как ощущается, когда ты сам играешь. Пока что очень кайфово. Учитывая, что это обучение... Выброс сделан. Отлично, прихватим, раз уж тут. Эти турбозаряды служат топливом для наших турборанцев. Зажми L2, чтобы ускориться, поймешь, о чем я. Нихуя себе турбо. Сними ролики, нажав L1, иначе мы тут не пролезем. Так, окей. Как там это делается? Ага, все, вспомнил. Я-я-я! Тут, походу, типа, от того, как ты делаешь, в какую сторону фигачишь эти штуки, типа, разные граффити будут. Вот я сейчас сделал точно так же, как первый раз, и выпало такое же граффити. Оу. Так, ну что, поехали? Или что, он еще что-то сказать хочет? Где-то тут как раз... как раз тут было, кажется, посмотришь с той стороны столовая и... Что посмотришь-то? Да, вот сейчас опять то же самое. Ну-ка, я попробую сейчас что-нибудь другое сделать. А если, допустим... Йоу! Да, окей. Окей. Так, допустим, бам, 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 бам. Найс. А ты что за мной ты хочешь? Подойди-ка. Окажешь честь, используй, чтобы выбивать окна пинком. Давно вопрос, бро.
Бля, я сам выпал случайно. Подожди, я не хотел выходить, я думал, мы еще не закончили там. Тут можно будет до крыши добраться, а там уже и сбежим. Смотри-ка, чё. Что такое? Шикарная стенка. А ну, покажи-ка мне, что ты настоящий Фокс. Ну-ка. Бэм. Бэм, 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 бэм. Сик. Неплохо. Смотрю, ты не врал про свои умения, когда... Все, может, о ваши на своих местах! О-оу. Шеф. Ирен Ритвельд на связи. Наши другие подозреваемые уже шастают снаружи. Понятно. Иду на контакт. О, черт! Фараоны! Скажи, скажи штуку, молю тебя. Я их задержу? Подожди, чё? Стоп, 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 мы на такое не договаривались. Чё-то вы, пацаны, не выводите. О, ребята. Так это чисто боулинг. А вот это так-то уже уголовка. Ах ты! Ах ты, говно! Ну и сколько еще задерживать-то надо? Ё-моё, сколько ты там копаться собираешься? Братуха! Бразер! Ууу, квадрипл килл! Может, мне еще что-то сделать надо? У меня шухер второго уровня. А, ну вы не видите, там вебка закрывает. А, погоди, я их типа вырубить должен, походу. Ё-моё. А, окей. С этими расправились. А с тобой что делать? Я же ее не смогу как-то вырубить-то. Или смогу? Я могу только лютый флекс устраивать. Не. Так, я урон получаю. Может, мне надо ульт накопить, типа, полностью? Или врезаться в нее, когда она... Окей, это тоже не работает. Я не знаю, что делать! Бро, ты сколько еще там дверь собираешься открывать? Эй, можно тебя поторопить чуть-чуть? Эй, братух! Йоу. Займи легавых, а я попытаюсь дверь открыть. Чувак. Чувак. Я не знаю, что мне еще-то делать. Может, у нее баллончиком, блядь, пшикнуть? Погоди. Подожди. Бам. 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 Так я буквально копа избиваю, получается. Ура, победа? Или нет еще? Яй! Окей.
просто кринжанула и улетела. Она просто такая, типа, на этот раз вы одержали победу и можете сбежать из тюрьмы, но я еще вас найду. Тебе, кажется, можно доверять, Трайс. Мы уже, считай, в одной команде. И с тобой в команде. Ух. Мы на весь город прогремим. Вытащи нас отсюда живьем, и фигня вопрос. Забились. Теперь он мой хоуми. Мой дог. Это что такое? Какой-то безумный доктор? Погоди, чё? Диджей Арбуз. Чё нахуй? Чё нахуй? Это точно не то, чего я ожидал. Подожди, я думал, это тот хрен нас, типа, спас и вытащил. А он мне башку нахуй отрезал. Плохая концовка? Погоди, они мне... Бля, только не говорите, что они мне башку на место пришили. Утро доброе, не так ли? Проснулся наконец? Добро пожаловать в наше новенькое логово. Блять, реально башку пришили как-то. А, может я теперь робот какой-нибудь или типа того? Блин, у этой игры прям очень такой вайб. Я не знаю, как этот жанр называется, но вот это вот прям из нулевых как будто бы игра. Но в хорошем смысле. Хай, меня Белл зовут. И не только в плане графики. И думать забудь, она замужем за телефоном своим. Чего? Ты без башни как-то глупо выглядел, поэтому я тебе новую раздобыл. Новую голову, в смысле? Новую голову? О нет, я теперь микроволновка. Ё-моё, а ты покрасивше что-то не мог найти? Я как кальмар какой-то выгляжу теперь. Робо-кальмар. Чувак. Я тебя из тюряги вытащил, а ты вот так со мной. Это что же я? Умер? Ага. Потерял голову, так сказать. Мне кореш подогнал для тебя стандартную робо-голову. Сгодится пока, а потом мы голову Фокс вернем. Обычное дело в наши дни. Робо-голову у каждого второго в Новом Амстердаме. Как тебя звать-то теперь? Не робо-голова же. Красавчик больше не годится. Ну, не знаю, вполне себе симпатичный. Как насчет Ред? Ред? На, вот возьми. Белл тебе покажет, что к чему. Так, значит, вот гриндить просто. Но тебе надо знать, как правильно использовать рывок. Нажми X в воздухе и попробуй, попытайся повторить вот это комбо. Готэм! Готэм! Не уедем. Так, погоди-ка. Окей.
Окей. Ну, вроде оно. Дальше вот что попробую. Сразу скажу, штука непростая. А, да? Окей. Понял тебя. Сделай грайнд вверх по шесту и пробеги по билбордам, чтобы выполнить комбо Б. А, типа, объяснять мне, как это делается, не буду, да? Просто делается. Действительно, просто делается. Надо просто... Блять! Да что ты... Бля, окей, я слишком поздно прыгаю. Молодцом. Только у меня же не получилось. Так, последний заход, тут все будет по-другому. Я хочу посмотреть, как ты в одно комбо 15 трюков уложишь. Используй, чтобы выполнять трюки в воздухе или в гринде. Не пытайся спамить трюки, жми снова ровно в тот момент, когда закончишь предыдущий трюк. Че? А, ну это изи, я думал... Окей, я понял. Говно вопрос, теть! Говно вопрос! Смотри, учись! Смотри, учись, чё ты! Нормально? Смы, а чё, не так, что ли? Алло, а почему нет? О, шустро учишься. Окей, вроде получилось, я не знаю. Небось, не первый раз трюкачишь? Или первый? Чмаки отлично сыграли, мистер Ред. А, и давай на связи будем. Это старая модель, так что хватай. Кучу штук можно с ее помощью делать, покажу тебе как-нибудь. Йо-на. Йо-ду. Йо-да. Открой телефон и с помощью посмотри, что есть на карте. Так, подожди, а как граффити? Сообщение. Музыка. Beats for the hideout. А, то есть здесь музыку можно переключать еще, да? Окей, это я на паузу поставил. А, нет, то есть здесь, походу, только на паузу можно ставить, и все. Так, ну ладно, окей, допустим. Не глядел. Йоу, мэн! Йоу, дуд! Мэн! Окей. Ууу, смотрите там какая штука, блядь, не долетел. Ладно, погнали на квест. Йоу. Бля, это чисто как в Сан-Андреасе. Йоу. Вусап. Слушай, короче, мы бомбраш крю. Жизнь такая, проснулся и надо шуметь, отжигать по-всякому. Хочешь, чтобы тебя уважали? Качай реп. А чтобы качать реп, надо бомбить граффити. Как два пальца. Закрась пару-другую мест под граффити в нашем логове. Добомби шедевров хотя бы на 20 реп, потом поговорим. О нет, у меня слишком маленький реп. Меня не уважают. А чё, а я думал, я подлечу на этой штуке. Не? А почему нет-то?
pawn, starving a bar for scraps while the rest eat. Left me to fend for myself and I conquered. Where the wild things are with the monsters. God damn! I was quiet, I'm blessed as three sermons. Speaking that breeze, the feet burn. Бля, а я могу просто по стене, допустим, обычный проехать, или именно только по билбордам? Не, походу, только по билбордам. Я новую вибрацию подобрал, еу! Гадаю! Уф! Уф! Скидыч! Йоу! Так-так, респект и уважуха! Вот теперь мы в деле. Ты нужен мне в команде, что скажешь? У меня раз третий уже в команду приглашает свою. Слушай, Рэд, я собрал бомбраж крю с одной целью — захватить весь город. Заехать на все районы и утереть нам нос всем остальным командам в Новом Амстердаме. Окей. А я тебе зачем? Я еще не закончил. Твоя предыдущая голова, его звали Фоукс. Офигенный райтер, таких поискать еще. Один из большой тройки Нового Амстердама. С ним мы бы захватили весь город, не запарившись даже. Он мне сказал, что вступит в команду, если сможет сбежать. И я намерен выполнить свою часть сделки. Погоди-ка, ты сказал, что Фоукс был обезглавлен. От него осталось только это тело, так? Да, но нет, мне от тебя вот что нужно. Тебе надо вернуть свою голову. Трайс, ты уверен, что его голова, ну, живая еще? Дай объясню. Той ночью там был этот хрен со стрёмными глазами. Диджей Сайбер. Он одержим внутренней работой мозга. Говорят, у него есть специальный аппарат, который позволяет ему заглянуть прямо в разум своих жертв. Адище. Тем не менее, он самый знаменитый диджей во всем Новом Амстердаме. Чё там, я сам его нового микстейпа жду. И я так думаю, что если кто-то и может спереть голову и у себя ее оставить, это он. Что думаешь, Рэд? Думаю, прежний я Фоукс, я хочу знать, кем он был. Я хочу свою голову обратно. Слыхали, ему не терпится свой мясной мозг вернуть. Забили, значит? Трайс, ты ведь в курсе, диджей Сайбер рулит самой сильной командой в городе, так? Твоя правда. Они себя зовут Футуризма. Буквально на днях они уделали Фрэнкс в командном замесе. А Фрэнкс тусит Версум Хилл. Мутные ребята, если понимаешь, о чем я. Хреначит электрофанк целыми днями, чужих не любит. Тявкать они могут сколько влезет, все равно их теперь диджей Сайбер на поводке держит. Мы можем воспользоваться этой обидкой и узнать у них, где диджей прячется. Это наш первый шаг. В той стороне территория Фрэнкс Версум Хилл. Понятно. Окей, let's go. Так эти Фрэнкс, это же буквально... Блин, я не помню, как они назывались. Киберпуки. Которые, типа, у них все было на имплантах. Они еще все такие ебанутые и уродливые были. Похоже, Фрэнкс забаррикадировали местные улицы. Мальстрём, да. Узнаю Версум Хилл. Давайте разделимся и найдем их логово. Ой, здесь можно толкаться. Здесь можно толкаться. Все, я большего и не хочу. Да, окей. Это что, это... Бля, мне показалось, это из тетради смерти какой-то логотип. Вот это вот сверху, который... Ну-ка, погоди. Хуяк!
Выбор сделан. Теперь это наша территория. Ааа, серьезно, чуть-чуть. Погоди. Один из трех. То есть, типа, я их должен за одно комбо всех трех собрать, что ли? А как? Погоди. Окей. Ааа, окей, окей, окей. Так, и что мне за это дали? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, типа новые граффити. Окей. Блин, я думал хотя бы какой-нибудь скин на скейт или типа того. Вот я надеюсь здесь побольше вот таких вот квестиков, как вот этот вот. Логово? А, не-не-не, погоди, это мы свалим из локации, да? Так, а где еще здесь выбраться надо делать? Я что-то не вижу. Bubbles. Так, вон сверху есть, вижу. Только туда надо как-то забраться сначала. Допустим... Все, кажется, понял. Лайк. Ит не верда. Луминар май говорит дай. Секс. Айм вантин мой. Сел зевар. Стоп зева. Бум. Ир зеба азбозер. Хэф абади. Фил зебу. Сайгер система верла. Эврибади. Мум. Тяночка из Минфина. Спасибо за 3 евро. Я ничего не понял. Бля, вон оно было же, вон же оно было. Так, погоди, еще разок, еще разок. Бля, точно, у меня же турбо режим этот есть. Скинич. Так, и будем еще один. Что-то пока не вижу больше, где еще надо сделать. Вон я вижу здоровый билборд, вот этот вот глобал. Только я не могу понять, куда мне надо с него дальше идти. А вон, 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 вижу здоровое, все, понял. А, погоди, здесь закрыто? Так, да, я реально что-то не понимаю. А вот еще одно. О-оу. Слышь, стой, ты чё творишь? Рисунок наш паутник. Шутки думал сути. Валяй отсюда. А-а-а, окей. Опа! Ну, саундтрек здесь кайфовый, мне нравится.
Оооо, так ё-моё, локация-то вон какая здоровая оказывается. Так, ну-ка. Заработай реп, рисуй граффити и привлеки внимание Фрэнкс. Пизда вам, Фрэнки. Балосы ёбаные. Бездари поганые. Изи! Бля, куда здесь отсюда? Туда дальше надо уехать. Так, найс, вон еще наверху одна есть. Только туда бы сначала забраться как-то. Найс. Блять, как же... Так, и будем еще один. Страшно вам, Фрэнксы? Если кто-то из вас Фрэнкс в чате, знать вас не хочу. Понятно. Сорян, пацаны. Сори. А-а-а, не дотянулся. А, так это один из них катается здесь. Погоди, вот этот турбо-режим, я типа его могу... Я типа на нем бесконечно лететь, что ли, могу, пока он работает? Так, и потом еще один. О, сломался. Он в ахуе просто. Блять, что мне делать, ёбаный рот? Открой свой телефон с помощью и посмотри, что нового на карте. Так, у меня сообщение есть. Белл, накачай реп. Да понял я, вам от меня только реп мой нужен. Понятно. Накачал себе реп, смотрю. И теперь думаю, что со мной здесь можно стягаться. Смотрите его. Хуйня. Покажи прокат по стене. Чекай. Чекай, дедуль. Чекай, дедуля. Погоди. Это я типа с разгона хотел. Я-я-я! О, ему даже сказать нечего. Второй тоже сломался вон. Пошло просто! Но... Почему они танцуют? Потому что душа того просит. Что такое? Дизайн, эй, мне Белл твой номер скинула. Забери новые эскизы для граффити в приложении на телефоне, они есть. Там все дизайны найдешь, инструкции, как их сделать. Окей. Эй, Ред, если Фрэнкс тебе житья не дают, ну, для начала забей. Но вообще, просто начинай бомбить граффити, тогда им придется с тобой считаться.
Так, погоди-ка. Вообще, эта игра — духовный наследник Jet Set Radio, как раз-таки игры из начала нулевых с PS2 про графики, движки, попы и грин. Сюда даже композитора оттуда пригласить смогли. Прикольно. Мне это еще напомнило, я не знаю, помнит ли вообще кто-то, блядь, эту игру, но мне она почему-то очень хорошо запомнилась. Getting Up. Бля, на тот момент, когда она вышла, это пиздец имбовая игрушка была. Я даже удивлен, что по ней, типа, нету никаких ремейков, ремастеров. Но она жесть какая древняя. Там тоже ты, типа, за... Там про граффити, короче, вся игра. Ну как, не конкретно именно про граффити, там это одна из таких самых главных составляющих, я поэтому вспомнил сразу ее. Скиш, да, вот это Mark Echo Getting Up, вот это, да. Так-то классная тема. Я даже почему-то я помню, блядь, там очень хорошо последнюю миссию. Вот не знаю почему. Просто некоторые вот рандомные вещи очень хорошо запоминаются. Это почему-то одна из них. Хотя мне было, я даже не помню, сколько лет тогда, когда я это проходил все. Ебать ты! Так, ты что там танцуешь, дедуль? Что, тебя разъебать? Вызов не бросай, значит. Посмотрим, сможешь ли ты получить множитель X8, наклонившись во все повороты на этом треке. Усвоил? Перед поворотом начни... Ты нахуя мне объясняешь? У нас же батл с тобой. Перед поворотом начни наклоняться в нужную сторону, зажав влево или вправо. Вообще я не очень понял, что он хотел от меня. А, ну типа и все? Brother from another mother. Смотри. Так, дубль 2. Это не считается. Смотри. Сосунок. Понял? Ладно, что-то ты не умеешь. Так, а вон там балбесики эти. Как его, а что с ним делать? Отдай! Моё! Да блядь! Это посложнее будет, чем квест его забрать награду. Бро! Да как так-то нахуй? Не, ну саунд реально кайф. Так, давай просто вот так вот попробуем это сделать, окей? Чувак! Лёш, да подождите, сейчас. Я просто... А как? Сейчас. Ребята, я все еще на хайпе, ребята, я все еще на стиле. Ребята, я хайпую. Бро! Окей, чел. Тебе пизда. Изи.
Йо, чувак! Это было круто! Эй, чел, мы чуть не получили двойное сотрясение! Вот это хайп! Надо повторить. Тыщ-т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 ыщ
Я-я-я. Так, где-то тут еще стоят эти балбесы. Вон один еще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, смотрите, нихуя себе они так-то далеко друг от друга стоят. Болванчики эти. Вон он стоит. Ну-ка. Ты своей бракохернёй закрасил мой шедевр. Думаешь, ты крутой, рыбобашня? Поди, и корней своих не знаешь. Не можешь даже кобу удержать вниз по склону. А как он это сделал? Я думал, он сейчас уедет просто, и все, и мы его больше никогда не увидим. Мануал позволяет продолжать комбо. Нажми, чтобы проехать вниз по холму в мануале. В мануале? Оно? И это только начало. А, и все? Это весь его челлендж был? То есть, типа, проехать зажатой кнопкой? Полиция проснулась, сейчас все веселье испортит. Мы уже давно у них в списке, так что встречу пропустим, пожалуй. На случай, если ты выживешь, у нас Фрэнкс 70 реп. Воу. Мэн. Хочешь еще раз сойтись, набери столько же. Фиксируй вандализм. Задействуем офицеров. Заработай 70 реп, чтобы попасть на площадку Фрэнкс. Это жестко. Опа. То есть они типа меня сбить пытаться будут или что? На нахуй, на, блядь, на, сука, отошли, блядь. Ебал отсюда, это моя скейт-площадка. Ну и все, и продолжаем катать. Так, погоди-ка. Бля, не хватило. Что-то я пока не догоняю, как мне вот то граффити подобрать. Чувак, я был слишком хорош, я слишком хорошо подлетел. Снова я был слишком хорош, алло. Алло! Дэм! Ну ты кайфалом! Бля, ребята! Не кикайте меня из вашей крю! Я смогу! Я смогу! Все, сейчас, смотрите! Бля! Не, а чё? Хуя! Бро, не обламывай.
Изи. Как же легко. Upreach, upreach, upreach. Damn. Тухер первого уровня. А, вы ж не видите его, это у меня за вебкой. Это, короче, как в GTA-шке здесь звезды есть. Так, сколько уже... Ну ладно, я думаю, в принципе, вы поняли, что за игруха, я тоже понял, что за игруха. Мне понравилось, я прям приятно удивлен, я ожидал что-то менее прикольного. А это так-то реально кайф. Но у нас есть еще одна игрушечка, она тоже не менее хороша, я думаю, я надеюсь. Это последняя игра нашего ансамбля будет. И называется она... И называется... Так, ладно, все. Саундтрек прямо отдельный кайф, мое почтение.